Всем привет! Задание с пробника «Сложная вероятность», но на самом деле она совсем не сложная. Шахматист А играет белыми фигурами. Если он играет белыми фигурами, то он выигрывает у шахматиста Б с вероятностью 0,5, а если играет черными, с вероятностью 0,34. Они играют две партии, причем во второй меняются цветами. Найдите вероятность того, что А выиграет оба раза. Ну и получается у нас одна цепочка событий. Вне зависимости они с какой партии начали, допустим, я предполагаю, что они начали, чтобы А играл в белых, тогда он сначала выиграет, а потом снова поменяются местами и снова выиграет. Вот это одна цепочка событий, играют они только один раз, вне зависимости от чего они начали. Вот так. А я на счет вообще даже на свой не надеюсь. Это будет 0,17. Блин, проще, чем казалось, поделить на 2. Да, вот такие у меня проблемы со счетом. Позор мне, конечно. Позор, позор. Но после ковида возраст еще. 30 лет уже не зря. Пора. Да нет, я шучу. Я на самом деле набираю учеников на подготовку к ОГЭ, ЕГЭ, также работаю с ребятами с 7 класса. У меня был опыт, кому интересно, у меня был опыт подготовки в высшую школу экономики. В 7 классе я готовила на базу. Это было сложно, опыт был, и все удачно. Ученик поступил, все хорошо. Поэтому, если вдруг вам интересно заниматься со мной, то кликайте на ссылку в описании, там все будет. Напишите мне на WhatsApp, и первый пробный урок мы с вами проведем бесплатно. А также ставьте лайки, пишите комментарии, любая ваша активность мне очень-очень поможет в продвижении. Пока-пока!